смотрю телеканалы Телеком и Ариф. Какие передачи конкретно? Я как бы в основном новости только смотрю, новостные. Такого развлекательного плана что-то просматривать, к сожалению, у меня уже не остается времени. То есть смотрю только то, что по работе. Вы можете сказать, что не хватает на бурятском телевидении, что вы бы смотрели, если бы оно было? Я бы, наверное, смотрела вообще вот все, что идет. Очень много у нас местных каких-то передач, да, это и кулинарные шоу, и там различные интервью с известными людьми, и спортивные программы. Я не смотрю не потому, что мне не нравится, не потому, что мне не интересно. Просто, к сожалению, у меня нет времени, нет возможности сидеть, смотреть телевизор. То есть за день, за рабочий я очень большой поток информации вынуждена пропускать через себя. И вот это уже излишняя нагрузка на меня. То есть я стараюсь заниматься чем-то другим. Да, я бы смотрела реалити-шоу, я бы смотрела и местные сериалы. Вот у нас сериал на Байкал, допустим, был не так давно. Местный. Я бы смотрела, если бы больше свободное время. Наверное, еще происходит логичное замещение телевидения интернетом, да? Ну да.